Преуспокойся, Господи, Отец Божий, Сын Владыка, Господь.
Тебе гадим, Боже, Спасибо.
вся Творя и Твоя, о спасении рода человеческого, приди молитву нас и достойный правдой, и узоври нас в настоящий час, поешь не сужден нас священие совершить храма сего, так моего славословия созданного, во имя Святого Святителя Иоанна Милостивого, и воздвижение в нем сотворите трапезы, яко подобает пред всякое слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, да не и пресно его веки веков. Твоим,
внемлющим в молитву, со страхом Твоим и благовестом в Него приходящих и призывающих честное и поклоняемое имя Твое, да и Вас просят у Тебе, и Ты услышишь, и на небеси горе, и сотворишь милость и милость в будущем, сохрани его даже до скончания века непоколебимо, и же в нем жертвенник святых, святых покажи силы и действия Святого Твоего Духа, прослави Бога Паче, и еже по закону, очистилища, якогда я же на нем совершаемое священнодействие, во святых и небесные мысли Твоего жертвенник достигает, и благодать нам Твоего Пречистого приносит нас святое соединение, дерзай Бог не на наш круг служения, но на Твою неизреченную благостиню. Спасибо, милый уставь, и сотвори нас, Боже, своей благодатью. Господи, помилуй. Услышь мы, спасение душ наших, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Помилуй всего мира, благостояние святых Божьей церкви, и спасение все, Господи, соединение все, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Господине, Преосвященнейшем епископе Иоанне, и верных группу его, и же с ним священницей и диаконе, Господу помолимся. Господи, помилуй. Между соединися праву сему, и же в нем жертвеннику сему, пришествием и силы Святого Духа, Господу помолимся. Господи, помилуй. Господу помолимся. Господи, помилуй. Украли сердце, украли страни, верою живущих не Господу помолимся. Господи, помилуй. Вы испаритесь на всякие скорби, милые нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Вы святой, вы чистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, всеми святыми будем уши, с вами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Господи! Как освят еси Боже наш, и же на пострадавших по Тебе честных мучениц и почивающие Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, присно и во веки веков. Иорданские спасители Твоим явлением, сам и ныне не спасли благодать Святого Твоего Духа, да благослови воды сия и вино, как освящение и совершение жертвенника Духа Сего, яко благословенный си во веки веков. Молитву мою, души мою.
Божий Матко, защитничай наш весь Боже, и призри на лице Христа.
Господа веду истину и не отвержется ее. От поначева Твоего посажу на престоле Твоем. Отче, сохранят сына и Твои завет мой, святение мое, сия. Нынче научу я и сына, и до века сядут на престоле Твоем. Яко избра Господь сего, Аминь.
Твоим ударом,
Милости Божия наш, истинно поздравши, хоть и вечных мучениц и почивающих, тебе славу усылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и вечно и во веки веков. Аминь. Принадлежащих тем благих, милостью и человеколюбием единородного Сына Твоего, с ним же благословенны все, за пресвятыми благим и жадающим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков. Yeah.
славы. Твои за славы. Первородных церковь на небесах вписанных в ход, и где же жительство празднующие их глаз радования, сам человеколюбчий владыка, презренный грешно и недостойное рабы твоя, обновление празднующего честного храма, святого святителя Иоанна милостивого, во образ святейшей твоей церкви, сиречь самого тебе, телесе нашего, и еже убо и храм твой, Иуда Христа твоего, всехвальным апостолом Павлом, именовать исподобил иси, и утверди его до скончания века непоколебимо и прославлено к тебе, исподоби нас в нем хвалы и словословия, незазорно приносите славе твоей, единородному твоему Сыну, Господу нашему Иисусу Христу и Святому твоему Духу, и в разуме и всяком чувстве, поклоняющимся тебе во страсти твоем, божественных щедрот достойным показатися, и благоприятным твоей благости быть и мольбам сим, о нас и всех людях твоих, неизреченному твоему благоутробию приносимым, молитвами причистой Владычи нашей Богородицы и Преснодевы Марии, яко святый се Боже наш и на святых почиваешь, и тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мир всем. И Богу Твоему. Главы ваши, Господи, преклоните. Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господь сил, то есть царь славы. Господь сил, то есть царь славы. Царь славы, Господь сил твоей за славы, Господь сил то есть царь славы, Господь сил твоей за славы. Я тебе уже не Thank you.
Боже наш, и принеси славу о Тебе, пострадавшим святым мучеником для Ававы, ежесеющийся по всей земле мощебы, а во святых храме Твоих и плоды исцеления прозябатель, сам владыка всех богих податель своих, молитвами святых, ими же богоизволенные все положения мощей всех, где с ним жертвенницы Твоим будете. Сподоби нас не осуждены, ты скромно Тебе на небо носите жертву, и дабы нам вся ежика спасения прошения, возмездие подаяй и всем пострадавшим Твое имя Твое, ежи сюда и спросители к нашему спасению, и оживление царства и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, и Христа, и во веки веков. Боги, Боги, преклонши колено, Господу помолимся. Слово создавы, его еже будьте приведы, не лечи нам же образы, различно силы украсивы, еже надносимы на него твой дух собравы, и солнечный сей свет на него излиявы во обновлению я, еже угодник этому Моисею, вдохнувый Богу, некую изрядно приложите добрейшему твоему созданию, и речи видите тебе свет, яко добрый и дневно речи сей, и Боже губа, и мы видящие, и святейшее сей солнце, обновляющее на всяк день тварь, тяжесть на дне славим солнце, и свет твой вечерний, и же Сыном Твоим нам заповедуй, обновитесь нашему естеству Святым Твоим Духом, яко и подарусь Ему праведным, воссиять яко солнце, Тебе молимся и Тебе просим Отца Слова, Господа и Бога нашего, поддержи неречимым Твоим человеком и безмерной Твоей милостью. Тварь и древний закон, во образ Нового Завета, во Твоем Боговидении, у Синайские горы, и в глубине он и дивно, и в сенях сведения, и в предобрейшем храме Соломона он обновление Тая, милосердным оком призвана ты грешная и недостойная рабыка, пребывающая всему дому небоподобнее, а вселенная похвале, жертвенница истинно недеченная Твоя, славы, и не смогли пресвятого Твоего Духа на мы и на наследие Твое, и по Божественному Давиду обнови сердца от наших дух правый и духом владычным утверди нас, даруй нам же единомыслие и мир, сотворши же здание сие и храм посвящения, полюбив Тебе Богу тщательно, оставление согрешений подашь, даруй им, и я же для спасения прошения, воздвигни я в делании заповедей Твоих, даруй им обновление дара Святого Твоего Духа, да не сожденно поклонится Тебе единому истинному Богу, и Боже послался Иисусу Христу, молитвы Богородицы и Святого Святителя, Иоанна Милосерга, и всех святых Твоих. Спасибо и благослови, сохрани нас, Боже, Твою благодатью. Господи, помилуй. Святым Пречистым, для благословенную славную, Владычицу нашу, Богородицу, и жизнь на Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу гради. И на святых по Тебе пострадавших, честных мучениц их почивающих, и Тебе славу ссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне Христа и во веки веков. Аминь. Помилуй нас, Боже, прельси милости Твоя, молимся, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господине нашем преосвященнейшем епископе Иоанне, и деле рук Твоего, и же с ним священнице, и диаконе, Господу помолимся. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ищи молимся, Господи, мистрати нашей властих и воистрия, да тихое и безмолвное житие поживи во всяком благочестии и чистоте. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ищи молимся, Боже, ныне преснопамятный Создатель Святого Храма сего. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ищи молимся, милости жизни, мира, и спасения, и посвящения, и прощения, оставления грехов рабов Божий, братья и Святого Храма сего. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ищи молимся, молимся, и молимся.
тем, и сейчас им храме всем, рождающийся, поющих и предстоящих людям, ожидающих от Тебя, великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся в сердце. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Христа, и Тебе говори! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Святейший Владыка, благ Господи! Христос, истинный Бог наш, молитвен Пречистая Своя Матери, молитвен Честная, славного пророка, Пречистника, святителя Иоанна, Преславных и добропредных мучеников, членомученика Владимира, молитв Пресителя Иоса нашего Иоанна, Мирского Патриарха Александрийского, святых и праведных Бога Отец Иакима Иоанна и всех святых, помилуй спасет нас, яко благ и человеколюбец. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Московскому и всея Руси, но спасские святые обители, священно архимандриту, и всего богоспасаемую всероссийскую паствою, и господину нашему преосвященнейшему, Иоанну епископу Домодедовскому, благохранимей стране нашей, Боголюбивостям, Христолюбивому воинству и народу и я, всему священному собору, благотворителям, благоупросителям, жертвователям, святому храму сего, и всем православным христианам, подашь, Господи, благодарственное мирное житие, здравие же и спасение, и во все благое поспешение, и сохрани их на многое и благое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. Дорогие отечные отцы, ваше преподобие, уважаемые братья и сестры, сегодня вас от лица его святейшества, святейшего патриарха Московского и Сиамси Кирилла, приветствуем здесь вот уже в новоосвященном храме, великим чином совершили мы освящение храма в честь святителя Иоанна, милостивого патриарха Александрийского, древний святой, который всегда являет нам пример добродетели, особенно сострадания и милосердия к ближним. То дело, которое считалось самым важным в своей жизни, превыше всех других дел и своей
как архипастырь, хотя, безусловно, имел множество забот других. И нам сегодня особенно приятно поблагодарить за великий дар дорогого нашего гостя, патриарха Адальберта, потому что он преподнес нам дар этому храму, честь мощей святителя Иоанна Милосердного. Она пребывает вот здесь, вот в этом храме, в особо устроенном ковчежце, вот вы видите сейчас вот это настался. И мы надеемся, что многие приезжающие люди, не только жители всего села, деревни, точнее, совсем небольшой, но, наверное, и многие посетители будут иметь вот радость духовного общения со святым и с молитвами обращаясь, получать просимое в их духовных потребностях и в житейских нуждах. Всех вас с праздником, дорогой Падре Адальберт, желаем вам утешение от Господа. Примите вот дар от нас, это вот памятно изготовлено особую икону. Это тоже наше вот подворье Новоспасской обители общества ТИФ. Вот изготовляют такие иконы на древе. Вот именно написано «Память освящения храма святителя Иоанна Милосердного, патриарха Александрийского, деревни Щербинка, 1 декабря сегодняшнего 2018 года». Ну, это еще монастырское подворье в Сумарокково, где вы всегда будете желанным гостем, мы надеемся. Ну, а после святителя патриарха Иоанна Милосердного прибудет сюда с вами. Спасибо большое. Ангел-хранитель, вам дорогу желаем, пусть путь ваш будет безбедным, и расскажете своим сослужителям, всем братьям, сестрам о том событии, которое совершилось. Действительно, историческое событие, которое один раз это может происходить, вот у каждого храма может быть единственный раз вот, день рождения, так сказать. Такое в истории уже больше не повторится. Вот когда-то будем надеяться, потомки, может быть, внуки, правнуки здесь присутствующие будут вспоминать в летописи записано событие, это тоже вот особая дата, праздничная всегда будет для этого храма и для вашего населения здесь. Вот человек принимает таинство крещения один раз в жизни, но люди, так сказать, сменяются поколения, рождаются, умирают, новые появляются на свет, пожилые уходят в мир иной, а храм стоит вот на всем месте, как по церковному учению, до скончания века. Ангел здесь, вот на месте, где священный престол, всегда предстоит перед Господом. Даже если храм каким-то образом ветшает, то, тем не менее, вот это таинство освящения, оно не упраздняется, и как бы как столб света Божественной благодати нисходит всегда с небес на землю к нам, а от нас молитва, от престола Божьего отходит к Господу всегда, освящая нашу жизнь. И огонь сегодня мы вот впервые вожжены, а вот при освящении уже на этом великом освященном престоле уже теперь передаем, и вы зажигаете свечи, лампады, отсюда будете брать огонь из всего храма, как вот великим чином освященного престола уже совершенно другое значение вот этого великого таинства. Спасибо всем Господу. Сейчас мы с вами совершим и вместе божественную литургию впервые в новосвященном храме и приобщимся к святых Христовых тайн. Призываем всех вас Божие благословение, как будет Господь Матерь Сына.